Здравствуйте. Продолжаем практику. Сегодня у нас день вкуса. Надеюсь, у вас есть какие-то объекты для исследования вкуса где-то поблизости. Обычно начнем с определения своего состояния, как вы сейчас, как телесно. Как дышится? Каково настроение, общее состояние? Какова внутренняя погода? Пока мы с этим ничего не делаем, мы просто осознаем, просто касаемся того, как мы есть. По звуку гонга перейдем к границе нашей практики, пространства практики, пойдем дальше в настройки. Можем проверить позу, насколько она удобна и устойчива, если нужно усесть удобнее, выровнять позу. Затем давайте уделим внимание внешнему пространству, оглядимся, касаясь взглядом разных объектов и используя наши синестезийные метафоры, можем сказать, смотреть на вещи таким образом, как будто у них есть вкус. Когда мы касаемся взглядом какого-то предмета, какого-то объекта, у него есть цвет, форма. И у нас, соответственно, может возникать переживание отношения, которое можем назвать вкусом. Можно посмотреть на этот мир внешний таким образом, через эту призму. Какой вкус всех этих объектов, всего этого пространства, где вы сейчас находитесь. В этот момент можем посмотреть перед собой, отпуская взгляд, позволяя ему расфокусироваться, смягчиться и замечая разницу. Вот когда вы смотрели более сфокусированно и пристально на вещи, когда отпускаете, видите, может быть, более размыто, но зато широко открыто. При этом мы также можем вспомнить, что пространство есть над нами, по бокам, сзади, со всех сторон. Почувствовать под собой опору. Таким образом мы тоже приходим вот сюда, в это место, в это пространство прямо сейчас. Дыхание течет здесь же. В этот момент можем позволить глазам закрыться, осознавая, что меняется, когда визуальный канал ушел из восприятия, что больше проявляется. Ощущения, звуки, мысли, еще что-то. Давайте вздохнем несколько раз поглубже, отпуская выдох. Вместе с выдохом, отпуская вес тела, может быть, лишние напряжения в теле, если они есть.
Затем придем больше вниз, в таз. Почувствуем опору, плотность контакта. Чуть больше наполняя вниманием именно это качество. Замечая, что меняется в области таза, в мышцах, ягодицах, в промежности. Меняется ли как-то ощущение плотности контакта? Меняется ли ощущение усаживания? Затем поднимемся вверх к макушке, подтягиваясь за ней, как будто бы она подвешена. Подбородок при этом слегка утапливается в горло. Мы выстраиваем вот эту прямую линию, вертикальную ось. Можем покачаться сейчас чуть-чуть вперед-назад, из стороны в сторону, чтобы найти телом, почувствовать физически вертикальную ось. И соберем все вместе. Тяжелый таз. Чувство вертикального позвоночника или вертикальной оси внутри. Макушка подвешена, подбородок утапливается. Плечи, руки стекают вниз под собственным весом. Живот мы отпускаем. Потихонечку, потихонечку вот приходим к этому балансу в позе. Чувство баланса. Можем замечать, как влияет поза на общее состояние. Как дышится сейчас. Затем давайте вспомним о своей мотивации к практике. Зачем мы здесь сегодня и сейчас? Как это связано с вашим путем в жизни вообще? Что важно? Что мы воплощаем этой практикой? Посвятим сегодняшнюю практику чему-то значимому, важному, что у нас есть. Я хочу сегодня прочитать четыре обета Бодхисаттвы. Можем просто послушать, впустить себя. Если хочется. Моя интерпретация. Отдельные бытия бесчисленны. Я клянусь помочь им всем освободиться от отчужденности, реализовать субытийность. Жадность, ненависть и невежество проявляются непрестанно. Я клянусь освободиться от них полностью. Реальность безгранична, и я клянусь объять ее всю. Путь пробуждения бесконечен, и я клянусь пройти его весь. Можно вернуться к телу еще раз, наполнить его вниманием чуть полнее, чуть глубже. То есть начнем с глаз, глаза, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Что меняется в этой зоне, когда мы касаемся? Нижняя челюсть, если отпустить, позволить повиснуть. Чувствуя вес. Как дышится при этом? Меняется ли дыхание? Язык во рту,
Как он себя чувствует сейчас? Отпустить также. Лицо, кожа, мышцы. Все лицо. Затылок, шея, плечи. Плечи могут подсечь вниз за весом рук. Можем почувствовать дыхание здесь, в плечевых суставах. Они чуть-чуть движутся. И с выдохом позволять им чуть больше стекать вниз. И руки, как они лежат спокойно, опираются. Это чувство опоры в руках, может быть, может давать ощущение спокойствия в руках, когда они ничем не заняты, просто лежат. И затем спина, дыхание в спине, движение спины расширяет, спадает. На выдохе лишние напряжения могут стекать вниз вдоль спины, вдоль позвоночника. Вся грудная клетка, она расширяется, спадает. И затем солнечное сплетение живот. Нежность ягодицы. Раз. Еще раз чувство опоры. Ноги от тазобедренных суставов к стопам. Затем вернемся к телу как к единому целому, опять к нашей позе, к форме, к структуре внутренней. Наполняя ее собой, чувствуя, как в этой структуре течет жизнь, как дыхание движется, ощущения движутся. Жизнь движется, течет. Поза создает чувство, может создавать чувство устойчивости, стабильности. Можем взять несколько дыхательных циклов, чтобы побыть с ними очень близко, в каждом, по одному, с начала до конца. Продолжая чувствовать тело, все ощущения, продолжая чувствовать дыхание. Можем пойти за дыханием, осознавая, чувствуя его вкус, как будто бы. Дыхание, обоняние очень близко к вкусовым ощущениям. И здесь можем постепенно перейти вот в область рта, почувствовать, как сейчас переживается внутренность рта. Ощущается.
какой-то момент можем приоткрыть глаза, посмотреть на приготовленные вкусовые объекты. Сначала просто посмотреть, и, может быть, сама форма, цвет, ваш контакт с ними, взглядом, что-то принесет с собой. Может быть, воспоминания о том, как это, что за вкус у этого. Может быть, еще какие-то ощущения, переживания, связанные с этим. Потом что-то может позвать вас первым. Мы можем, не совершая лишних движений, так более-менее сохраняя форму нашего сидения, взять этот объект. Если это чашка, там, значит, поднести ко рту или какой-то, что будете жевать, твердый объект. Потом либо сделать глоток, если это напиток, либо положить в рот эту маленькую штучку или откусить. И несколько секунд, давайте ничего не будем с этим делать, и пусть оно там полежит, побудет. Тут встречаются сразу несколько каналов. У нас есть тактильные, мы ощущаем языком, ртом, полостью рта, тактильное ощущение. Там же вкус и там же аромат может чувствоваться. И можем как-то, может быть, поперекатывать или прополоскать рот, если это жидкость, чувствуя разницу в разных участках. Потом, если это нужно жевать, пожевать, но до такой степени, чтобы это растворилось буквально. Если этот напиток проглотить и побыть еще с послевкусием. Дальше можем пойти в исследование вкусов, послевкусий, изменение оттенков вкусов, контрастов, если мы используем разные какие-то вкусы. Еще один акцент внимания, который я предлагаю сохранять, это замечать вот изменчивость вкусов, когда вот первое касание, соприкосновение происходит, потом дальше это разворачивается. Обратите внимание, когда вам хочется взять следующий кусочек. Часто это происходит, когда мы еще не доживали предыдущие. Мы можем замечать этот импульс, пускать его, продолжать взаимодействовать с тем, что есть. Какое-то время чувствовать послевкусие, не спеша, не спешить со следующим, только потом брать следующий. Давайте так поэкспериментируем, повзаимодействуем со вкусами.
И время от времени я предлагаю сделать паузы, отпуская все это исследование, просто сидя, продолжая чувствовать все каналы восприятия одновременно. Может быть, когда вот этот вкусовой с его еще послевкусиями остается таким центральным. Но в большей степени просто чувствую себя как есть целиком. Еще один акцент, о котором я стараюсь все время напоминать нам в этой практике, когда мы сейчас пробуем что-то на вкус как нечто другое по отношению к себе, как объект восприятия. Тут же можно вспоминать, что вкус — это нечто, принадлежащее нам, это внутреннее переживание. Вкус создается сознанием. Как мы взаимодействуем с тем, что переживаем, как внешний мир. Но здесь можем замечать, что не существует границ между нами и не нами. Это единый процесс, что мы имеем дело только с сознанием фактически своим. И тут мы можем просто переносить акцент, то в большей степени пробовать что-то как другое, когда вкус принадлежит этому другому, этому объекту. Потом в большей степени исследовать сам вкус, как принадлежащее сознанию нам. И как-то двигаться по этой шкале, по этой перспективе.
И постепенно я предлагаю нам завершить вот это исследование вкусов разных. Какое-то время посидеть, еще несколько минут посидеть, как мы делаем. Просто сидим, собираю все каналы восприятия вместе. Все шесть. Пять направленные во внешний мир, шестой во внутренний. Чувствую цельность этого переживания, просто осознавание того, что есть, как оно есть. Связанность внешнего и внутреннего. Неразрывность этого. Единство этого. Чувствую дыхание. Вкусы могут быть еще как-то оставаться как таким центральным. Центральной областью. Но в то же время можем чувствовать все вместе, все пять, все шесть, точнее, каналов восприятия себя как целое. Давайте так посидим еще минут пять.
Остается еще примерно 5 минут до завершения. Можем начать собирать опыт практики, завершать, как мы это обычно делаем. Вначале просто почувствуем, как мы сейчас, какого телесное состояние, как дышится, какого настроения, общее переживание себя. Изменилось ли оно за время практики? Затем, как обычно, я предлагаю обратиться к переживанию благодарности, который у нас может быть, в общем-то, всегда достаточно близко, если к нему обратиться, если вспомнить о нем. И прямо сейчас можем поблагодарить друг друга просто за эту встречу небольшую. Каждый, придя сюда, создал это пространство, поддерживает других. Спасибо вам. Спасибо за со-бытие. Мы можем повспоминать наших близких, с кем случается наше со-бытие сейчас. Просто кто вспомнится, как будто приглашая их в это же пространство, в своей памяти, сказать им спасибо, послать им эту маленькую благодарность прямо сейчас. Можем чувствовать вкус, есть ли какой-то вкус у благодарности. И потом, может быть, еще послать какое-то послание дружественности, поддержки, доброты и любви всем, кто вам дорог. Это может быть мы здесь, кто-то из вашей жизни, не связанный с Сангхой. Также можем чувствовать, есть ли вкус у этих посланий дружественности, доброты, добросердечия. Затем предлагаю вспомнить кого-то, кого нет сейчас с нами уже, кто-то умер или наши пути разошлись с кем-то. Меньше общаемся или не общаемся совсем, но если какая-то часть жизни была прожита вместе, какая-то часть пути была пройдена вместе, можем благодарить за эту часть пути.
вне зависимости от того, как она завершилась. Может быть, вспомнить какие-то ценные моменты, ценные участки пути, какие-то ситуации жизненные, за которые вы благодарны каким-то людям и прочим существам. Таким образом, можем вспомнить о том, что жизнь наша большая, она долгая, немного всего происходит. Опять же, можем через метафору вкуса на это посмотреть, как вкус у этих воспоминаний, вашей благодарности. Затем отдельно я предлагаю поблагодарить учителей всех, кого вы считаете своими учителями, всех тех, кто повлиял на вашу жизнь наиболее важным образом, на ваш путь, на какие-то ваши выборы, на то, куда вы смотрите по жизни, куда вы идете. Когда бы ни жили эти люди, будь они нашими современниками или жили за тысячи лет до нас, если они повлияли на нас, можем сказать им спасибо за их жизнь, за эту встречу. И опять почувствовать вкус этой благодарности. Также слова Будды, Дхармы и Сангха, как они у вас отзываются, каким вкусом. Можем сказать спасибо тому, что у нас это есть, способность пробуждаться, способность идти путем, способность воплощать ценности. Может быть, вы вспомните какие-то свои ценности также, будь то свобода, творчество, дружба, еще что-то. Какие у них вкусы? Что ценно для вас? Какие-то качества, которые вам важно воплощать? Доброта или справедливость, или красота, еще что там. Какие вкусы у этого? Конечно, можем поблагодарить еще раз, что у нас есть Сангха, и что мы можем ее воплощать с собой. Вот это качество, совместность. Движение по пути. Сказать спасибо себе, человеку, воплощающему это. Еще раз я хочу прочитать сегодня четыре обета Бодхисаттвы в моей интерпретации. Можете соотнестись с этим, как-то послушать, какой вкус у этих обетов для вас. Чувствующие существа, отдельные бытия бесчисленны. Я клянусь помочь им всем освободиться от отчужденности и реализовать субытийность. Жадность, ненависть и невежество проявляются непрестанно. Я клянусь освободиться от них полностью.
Реальность безгранична, я клянусь объять ее всю. Путь пробуждения бесконечен, я клянусь пройти его весь. И с этим можем смотреть сегодняшний день, как-то в него всмотреться внутренне, может быть, почувствовать каким-то образом. Взять из этой практики все, что вы захотите взять. Быть чем, как встречаться с этим днем, что-то полезное. Полезные отношения. Чтобы этот день не приносил нам. Пустить здесь все, что захочется отпустить. Сейчас давайте себя погладим. Мы это очень делаем. И переключаю канал восприятия сейчас на тактильный. Можем, опять же, метафорически чувствовать вкус касаний, вкус прикосновений тела. И потянемся, подвигаемся, как ощущается движение, раскрытие через движение. Глядимся по сторонам, как сейчас видится пространство. И на этом закроем это пространство, завершим и 10 минут посвятим творческому отклику.
Давайте поговорим. Мы можем сказать о своем опыте в целом. Вот, о чем я сейчас хочу сказать, что ну, вот вчера были атаки большие на украинские города. Много людей погибло, было много разрушений, принесло много горя. Сегодня траур во многих в Украине. И если вам нужно как-то разместить этот опыт, как-то что-то сказать, об этом поговорить, можем дать этому место. Мне кажется, это может быть важно. Вот. Ну и, соответственно, о своем опыте в практике или вообще, если мы можем как-то попробовать это все разместить сейчас в одном пространстве. Если у кого-то есть что-то сказать, хотите поговорить о чем-то, своем опыте текущем, как вот этой практике, так и в целом всего ретрита и ваших переживаний в течение дня, дней, с кем связаны с какими-то жизненными ситуациями. Далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень странное состояние, потому что одновременность невозможности говорить об этом и какой-то потребности тоже. Потому что началась тревога, а потому что я ехала в город. И я бы даже не обратила внимания и вышла бы там на своей остановке, но я как-то начала скроллить канал, где оповещают, что летит, откуда. И тут, какому-то своему удивлению, я такого еще не видела, чтобы летело с разных сторон, постоянно меняло траектории. То есть вот это меня остановило, и я не выходила, я просто ехала в вагоне, я не выходила на станциях, потому что там было очень много людей. Просто ехала в вагонах, которые были полупустые. Вот тоже странно, люди просто стоят на станциях, хотя можно, наверное, использовать вот этот момент, просто ехать. Не знаю, это как-то настолько выбивает
выбивает, я даже не знаю, что выбивает, почва давно уже как бы выбита, держался за воздух, а здесь вот такое ощущение, что ну, вот как бы пробита еще одна, ну, можно было сказать, пробито еще одно дно, но я не знаю уже, как это сказать. Ну, ощущение, что после такого, когда просто атаковали детскую больницу, и не просто детскую больницу, а сложнейших заболеваний, онкологии, я не знаю. То есть у меня ощущение, что человечество просто висит сейчас на тонкой волосинке, несмотря на то, что человечеству такое ощущение, что и дальше оно не в состоянии с этим справиться, и, как я раньше говорила, просто катапультируется из реальности, которая происходит в Украине. Но вот ощущение, что вот после такого это какой-то такой уже ход, после какого, ну, я не знаю, эта волосина просто уже истощается до невидимости. Ну, вот это как бы мы люди вообще, как мы можем с этим справиться или как? А при этом я понимаю, что как-то, не знаю, я вот месяц была в Польше и тоже, ну, в Берлин ездила тоже. И вот это чувство, когда ты находишься среди людей, у которых нет войны в жизни, и вот эта пропасть между вот этими опытами, ты вроде такой же, как и они, внешне. Но это неправда. Это и того, что ты уже давно не интересен, странное слово я употребила со своей войной. Вроде все уже закончилось. Ну, то есть как-то с этим вот и живешь дальше. Не знаю. Земле. Я, в общем, тоже вот все эти 2,5 года, не будучи внутри войны, естественно, наоборот, вот, ну вот Любляна, вот я здесь живу, действительно. Но я все время с этим, с этой, с, ну, как бы я хожу. Вообще помню, в самом начале войны весна была, ну, март, я еще жил в Пиране, и там только ковид этот закончился, и пандемия, и все люди вышли в эти кафе сидеть. До этого все было закрыто. И вот они все сидят, эти люди, на солнышке греются, Пиран, хорошо, море, мирная жизнь, и, наконец, вот у них там закон, у нас закончилась пандемия, и вот этот вот локдаун. А я при этом разговариваю по видеосвязи, ну вот я хожу по улице и разговариваю по видеосвязи вот с Таней, с Юрой, которые в Киеве, и они сидят в коридоре, потому что и я смотрю, вот эти люди и вот эти люди, и я понимаю, что как бы действительно какая-то такая пропасть в этом есть. Ну и мне очень важно, просто я тогда как-то решил, что там, будучи здесь, живя
там, где нет войны. Я не могу, ну, слышишь, что мне надо эту пропасть как-то уменьшать. Чем я могу? Как бы вроде бы как естественно, что, ну, а что, люди живут действительно в своих мирах каждый. Это как бы нормально, это естественно. Если так посмотреть, вот, ну, прошлое наше там, какое-то, в каких-то участках мира были войны, и все происходило, и мы как-то сегодня тоже жили, ну, мы, да, могли там посокрушаться, и все, там переживать, но это не переживается кожей, это не переживается всем, вот всеми чувствами. И опять же, да, это такое естественное человеческое свойство, ну, как бы жить в своем мире. Но получается, что в любом случае у нас сейчас, ну, как бы у нас есть эти связи друг с другом, которые преодолевают пространство. И здесь уже тогда, ну, мне кажется, просто если мы можем взять какую-то ответственность за свой путь и за свое положение в этом мире, и что важно уже нам самим. То есть понятно, что люди, они такие, как есть, всегда были и будут. Тут скорее важно, ну, для меня лично, что я выбираю в этом, какие способы жизни, с чем связываться, с чем соединяться, насколько я это могу. Вот, и, ну, я очень постоянно об этом повторяю, что мне очень ценно, что вот вы все приходите сюда, потому что здесь такое место, где мы можем соединять это несоединимое, фактически, живя в очень-очень разных мирах. Так что спасибо вам. Ирина, скажите, пожалуйста. Да, доброе утро. Спасибо за практику Сангха, спасибо за практику Валерии. И да, прошу прощения, я сегодня без видео, у меня интернет сегодня не очень устойчивый. Я хотела отозваться на слова Алии по поводу Польши, ну и вот это вот ощущение, что ну как бы у людей своя жизнь и ну как будто бы нет, ну, как бы, нет такой реакции, как, ну, понятное дело, у самих украинцев, ну, и людей, которые там как-то связаны с этим более сильно. Я, когда приехала в Польшу, ну, я приехала еще в 2020 году, и там по, как я уже говорила, я из Беларуси, и я, ну, не в таких масштабах, но столкнулась тоже с такой ситуацией, когда ты приезжаешь из какой-то своей ситуации, которая тебя очень сильно, ну, короче, которая очень сильно поменяла твою жизнь, многих людей вокруг тебя, и ты приезжаешь в другую страну, и там про это, ну, многие даже не знают. И ты сталкиваешься вот с такой ситуацией, когда, ну, у людей обычная их жизнь, а твоя жизнь, ну, как будто бы немного разрушена. Вот. И это был такой, ну, трудный опыт, но там была еще пандемия, карантинные ограничения, и как-то оно по-другому у меня воспринималось. И когда началась война, я уже училась в университете, и несмотря на то, что многие мои преподаватели лично в своей, скажем так, личной жизни были вовлечены в помощь беженцам, ну там вот этот вот первый период, особенно острый, когда было необходимо помогать, они помогали многие, и как бы так вот, когда просто с ними разговариваешь, они говорили, но в принципе на занятиях, например, тех же, особо эта тема не поднималась и не обсуждалась, хотя многие могли приходить, ну, с ленточками украинского флага. И я помню, когда я оказалась в ситуации, когда я прихожу, и мои многие там одногруппники, они тоже как бы, ну, вроде да, они понимают, что происходит, но тоже у них своя жизнь, и это не касается их так остро, как меня. Я помню, первое время мне было крайне тяжело, ну, потому что я в это очень сильно, ну, была вовлечена, и как бы у меня получается, с одной стороны, я вижу, как будто бы рушатся остатки того моего мира, который был,
А с другой стороны, новая вот эта вот жизнь, в которой я нахожусь, она такая как будто бы обычная, как будто бы ничего не происходит. Это очень было для меня тоже таким странным, и тоже мне приходилось такое, ну, какое-то время привыкать к тому, что да, так бывает. Ну, да, мы люди такие, что то, что для меня там трагедия, для других это, ну, просто новость. Новость, я не знаю, которую, может быть, они даже не заметят. И, ну да, это было сложно. Вот. И по поводу еще вчерашнего дня я поняла для себя, что, ну, многие сейчас говорят, что вот война идет довольно, война России с Украиной идет уже довольно давно, и как будто бы есть такое привыкание, но такие события, как вчерашние, мне кажется, лишний раз показывают, что... Ну, я просто думала уже об этом и после наших разговоров многих о том, что, ну, как будто бы, когда мы читаем новости, и там написано, что там был какой-то удар по городу, там одному, двум или нескольким, и умерло там 5 человек, или умер 1 человек. И ты как будто бы думаешь, ну, 1 человек, ну, как бы хорошо, что не больше, но это же 1 человек, и он умер, ну, и он больше не будет жить, и жизнь других людей разрушена. И вот это вот напоминание о том, что, ну, наше привыкание — это все равно какие-то вот страдания и ужасы. И я очень плохо с этим справляюсь, честно. Ну, как бы очень тяжело. И тяжело еще от того, что я постоянно чувствую свое бессилие. Ну, потому что как бы хочется как-то что-то сделать, чтобы это прекратилось, а ты не можешь. Ну, единственное, что ты можешь как-то в меру своих сил помочь, ну, тем, кто как-то пострадал или еще что-то. И вот это вот какое-то ощущение полного какого-то бессилия и вот ощущение, что это никогда не закончится, что это зло, его просто невозможно победить. Ну, вот это такое очень страшное чувство, оно просто забирает все силы. И, ну, очень важно в такие моменты, мне кажется, уметь все-таки справляться с этим и находить в себе силы дальше что-то делать и не опускать руки и двигаться. Вот, так что, ну, да, спасибо за наши встречи, спасибо за нашу Сангху, действительно, она в этом очень помогает, да. Спасибо большое вам, Валерий, что вы этим занимаетесь и, как бы, да, организовали это пространство и всем, кто в этом пространстве есть. И, в общем, спасибо. Спасибо, Катерина. Я еще пару слов еще хочу сказать. Вот по поводу, как справляться. Мне кажется, чем важно, один из важных способов справляться, это отдавать себя ценностям. Потому что именно ценности, в них сила. И здесь уже тогда важно, может быть, ну, как бы важно не мерить это масштабами какими-то других людей, не знаю, какими-то цифрами. Я думаю, что просто очень-то есть у нас такая склонность мерить все какими-то масштабами и цифрами. Вот если уж я могу помочь всем, если я могу взять и остановить войну, вот я тогда молодец, вот это делаю. А если я, не знаю, прихожу на встречу здесь и встречаюсь с людьми вот так. Это как бы что-то такое маленькое и незначительное. Ну, я не знаю, я вот не склонен, в всяком случае, я внутри себя сопротивляюсь этой тенденции, если у меня возникает там что-то такое цифровое, мерить что-то цифрами, а сколько там людей, охват, сколько подписчиков, а сколько того, а сколько просмотров, сколько всего. Вот это все я считаю злом просто. Вот это измерение цифрами, измерение славой, измерение объемом. А если меньше, то значит нет никакого эффекта. Я считаю, что надо мерить
способность отдавать себя ценностям, действительно. Вот что важно, то и делать. Вот там, где возможно. На своем месте. Вот мы живем на своем месте. Свою жизнь проживаем на своем месте. Оно какое-то, оно очень определенное. И вот здесь тогда, если мы вспоминаем о том, что же важно, что ценно, чего мы можем себе отдавать, вот какой-то силе, которая больше нас, действительно. Потому что если я чувствую себя вот этим маленьким, заброшенным в мир, отдельным от всего, и вот эти вот люди, которые живут в своих тоже мирах, и они совершенно не интересуются моими проблемами, и не интересуются моей жизнью, интересуются тем, что происходит со мной или с нами, что у них своя жизнь. И вот тогда в этом, конечно, очень легко потеряться, и в этом легко быть даже раздавленным каким-то. Ну, потому что я тут могу? Вот все тут чужие, все чужаки. Способы, мне кажется, всегда могут найтись. Какие-то уникальный способ идти путем вот тем тому, что важно, если мы можем как бы отдавать себя этим ценностям и искать способы. Ну, вот сейчас у нас действительно есть интернет, и наш способ здесь, пусть он действительно, ну что мы здесь делаем? Мы встречаемся 2 раза в день. И все. Но если каждый из нас сюда приходит, мы приходим почему-то, мы приходим зачем-то. Что-то здесь такое важное происходит. Может, это не всегда можно даже словами выразить. Потому что рационально, но как-то, может, не очень хорошо объяснимо даже. Но есть это внутреннее переживание, есть это какое-то чувствование сердцем, что вот это ценно, это важно. Здесь что-то такое, какая-то как раз связанность возникает. Ну и вот она же реализуется здесь, определенные ценности. Вот здесь связанность это получается. И в этом смысле, мне кажется, ну вот важно, чтобы мы искали свои способы, свои пути укрепления именно в жизни, ценностями. Тогда это будет помогать двигаться сквозь любую беду. Ну, какие-то классические случаи можно вспомнить. Опять же, часто упоминаемые всегда Виктора Франкла нашего. Потому что какой-то такой вопиющий случай. Ну, вот человек в концлагере. Ну, что может быть еще более невыносимым в лагере смерти? Жить. И ну вот там есть какая-то его знаменитая цитата, что, мол, первыми сломались те, кто надеялся, что это быстро закончится. Здесь вот, мне кажется, это важно, что вопрос ведь не, ну, как помогает не то, не надежда вот это, что это когда-нибудь, это закончится. Помогает как раз, как я сейчас встречаюсь с этой ситуации. Чем я отвечаю на нее? Там, где я есть. Не знаю, когда это закончится. Это очень сложно нам, опять же, людям, с нашим устройством психики, с устройством сознания. Нам все время важно это заглядывать вперед, прогнозировать и расстраивать, ну, ждать, когда же закончится. Какая-то такая должна большая перестройка произойти, чтобы возвращаться в ту ситуацию, где я есть, и именно там воплощать то, что ценно. И вот, ну, пример Виктора Франкла, он как бы, он про это, на мой взгляд. Он как бы вот делал, что возможно, используя свои маленькие человеческие силы. Живя день за днем, помогая там другим людям, кто его окружал, встречаясь с этим ужасом каждый день. Вот, поэтому лично для меня, вот, собственно, именно давание себя ценностям, это и есть такой путь, и, ну, я имею в виду путь, в том числе сохранение рассудка, сохранение вообще себя в том месте, где я есть,
при этой вот, да, расколотости, которая тоже внутри сказала, и я тоже говорил, что как бы две реальности. Я разговариваю с друзьями в Украине, и я смотрю за окно. И они абсолютно не совпадают, эти реальности. Как я тоже первый год, когда сюда приехал, в Любляну, переехал, ну и мы решили с моей девушкой пойти, так как все-таки новый город, надо как-то с ним встретиться, и мы решили на Новый год, на новогоднюю ночь пойти на площадь тут, где у нас тут все происходит, встреча Нового года горожан. Ну и там салют и все. А тоже это же были все блокауты и воздушные тревоги, бомбежки. И я только что поговорил перед этим с друзьями. Я вышел, и тут весь этот салют и весь этот радующийся народ. Ну, в общем, мы как-то так постояли минутку и пошли какими-то тихими улицами куда-то дальше. То есть это разделенность миров, которые все время, вот мы сейчас занимаемся этими каналами восприятия, она как присутствует. Я лично все время с этим встречаюсь, с вот этой расколотостью. Но тут, если, ну вот опять же, мой способ, если я возвращаюсь к тому, что ценно, тогда и как-то пытаясь воплощать это какими-то действиями, то это помогает двигаться дальше, двигаться сквозь эту расколотость в том числе. Не знаю, это вот такой мой способ, и, ну, он не только мой, понятно, что я вижу, что как раз люди, которые идут таким путем, ну, они, собственно, идут путем. Поэтому я, в общем-то, всем советую. Инна, скажите, пожалуйста. Доброе утро. Я попробую сейчас сказать, потому что вчера был очень тяжелый день. И я, наверное, могу сказать, что каждое мгновение жизни — это испытание. Именно испытание — это проверка того, как я прохожу со своими ценностями через любые события. Просто вчерашний день, по стечению обстоятельств, оказался таким днем, когда я с утра пыталась подготовить себя к встрече с днем накануне смерти мамы. И я понимала, как мое тело помнит вот этот день накануне, что со мной происходило. И я осознанно пыталась со своим телом поговорить, договориться и понять, как я буду проходить через это. Но в то утро, когда я настраивалась, я еще не знала, что будет дальше. Дальше был прилет в Киев, детская больница, на что было очень тяжело смотреть. А на исходе дня у нас завершилось театральное дело, где девушкам, которые проявляли творческую свободу и выражение, дали по 6 лет колонии. И к концу дня я пыталась себя собрать вот из этих трех реальностей, осознавая, где я сейчас нахожусь, в поисках опоры. И мне такую опору на тот момент дало послание мамы, которое она написала за год до моего рождения, и оно со мной. И пусть бывает в жизни нелегко, и не всегда судьба тебе послушна. Живи красиво, вольно, широко,
И главное, быть честным человеком. Я поняла, это единственное, что мне сейчас помогает оставаться в осознанности. Именно физически проходить через это. Вот это ее послание. И у меня сегодня тоже день скорби. И я очень разделяю скорбь со всеми теми событиями, которые столкнулись с моими личными событиями в жизни. Спасибо. Ваш скажите, пожалуйста. Спасибо за практику, спасибо за это место, где можно быть. Я, наверное, скорее сейчас хочу просто сказать, засвидетельствовать. Я вчера очень отозвались слова Инны о том, что она договаривалась со своим телом в поисках опоры. И я могу сказать, что напряжение мое и внутри моего тела сейчас так, ну, соразмерно напряжению, которое произошло перед первыми взрывами и стрельбой и всем, что потом последовало в Минске в августе 2020 года. Это так же, как вот в ночь перед началом войны, ну, то есть когда еще не знала о событиях. И вчера к вечеру это напряжение достигло, ну, такого же пика, что я просто, ну, я физически не справилась, и лучшее, что я могла сделать, это просто отключиться. Сон. И сегодня такой день, когда я хочу справляться. Я хочу справляться телом, психикой, чтобы продолжать смотреть, чтобы иметь возможность смотреть. Я не могу найти слов. Они какие-то все кажутся плоские, неуместные.
Ну, мне много сочувствия и в то же время много бессилия. И с другой стороны, я понимаю, что я в силах справляться. Я в силах справиться с тем, что происходит в моей реальности. И это для меня хорошо. Ну, то есть я себя сейчас позиционирую как вполне сохранную и способную справляться и помогать. Помогать тем, кто обращается за помощью. Я обнимаю, обнимаю всей душой вас. Всех, кто сейчас. Я вчера не увидела в окошках наших украинцев. Я была в лесу без связи эти выходные, и вчера только во второй половине дня только получила информацию. Но когда я утром не увидела окошки, я затревожилась, и потом все проявилось. Я очень рада видеть вас, Наташа, Настя. Ларису не вижу. Лия, очень рада, что вы сказали. Я очень рада, дурацкое слово, как это сейчас не понимаю. Я благодарна за то, что вы сказали. Я обнимаю Катерину. Катя, я в Минске, я обнимаю вас. Я обнимаю всех. Кто здесь сидит, присутствует и справляется. Спасибо, Лара. Здесь Настя написала, прочитала утром хороший пост российского историка. Мне кажется, каждому русскому нужно прочитать и помнить. Сейчас прочитаю этот пост. Некое радио Монакова. От моего имени ввели войска в Грузию. От моего имени ввели войска в Украину. От моего имени довели до нищеты моих близких. От моего имени изнасиловали историю. От моего имени убивали и убивают людей по всему миру, по социальному и национальному признаку. Я не призываю вас, читающие россияне, встать и пойти с вилами на Кремль. Вы можете меня ненавидеть сколько вам угодно. Вы не знаете, скольким тысячам украинцев я объясняла за эти годы, что такое в Российской Федерации хотя бы пикнуть или заикнуться. Вы удивитесь, что они, украинцы, в большинстве своем не знали, каково это, когда за лайк или вскользь произнесенное слово на тебя доносит брат, сват, сосед, потому что с нашего с вами позволения построена система, где это выгодно. Когда за антивоенную позицию у тебя забирает опека детей по доносу родных, они этого не знают, им не понять, и слава богу, у них свои проблемы. Речь пойдет о другом. Я также не призываю украинцев впасть в любовь к россиянам. Мне никогда не вместить вашего горя. У меня не умирали дети под завалами. Я не хоронил мужа в закрытом гробу, потому что от него осталось одно запястье. Я вообще не хочу ничего говорить вам, украинцы, какой бы национальности вы бы ни были. Ничего, кроме слов поддержки. И даже их мне говорить не поворачивается язык. Потому что все, что испытывают украинцы, творится от моего имени. Хочу я этого или нет. И в этом единственная точка, на которой стоит заострять внимание. Вся кровь, которая проливается в Украине, проливается от моего имени. А кому бы я ни помогала, как бы я ни помогала, и что бы ни транслировала, сейчас наша кровь проливается от моего имени, и мне с этим жить.
И знаете, что стра... и знаете, это страшно, не гораздо... но гораздо страшнее, когда ты это отрицаешь. Что с этим делать, каждый сам пусть решает. Не все могут не молчать. Я это как гражданка Российской Федерации хорошо понимаю. Но мне кажется, что все начинается именно с осознания того, от чьего лица это все творится. Украинцам покажется, что этого мало. Но я знаю, что это не так. Сознание причастности ко всему происходящему каждого гражданина Российской Федерации – это первый шаг к прекращению крови и советских метастаз. Это мое личное мнение, никто не обязан с ним соглашаться. Всем любви. Это сложная тема, я, честно говоря, не согласен как раз с ее мнением. От моего имени, не от моего имени все это происходит. И я не давал согласия. Я делаю что-то другое, делаю что-то обратное. Я говорю нет этому. Я гражданин Российской Федерации. То, что мою страну захватили, я на это согласия не давал. Мою страну оккупировали бандиты. Я на это согласия не дал. Точно так же можно сказать, что Виктор Франкл сидел в концлагере от своего имени. Он же был гражданином, чего там, Австрии или чего, гражданин. Здесь снова возвращаюсь, к этому, к обращению к ценностям и к ответственности за это. Ответственность – это ответ индивидуума. Ответственность может быть только личной. Это я отвечаю. Вот тот же Виктор Франкл, он ответил определенным образом. Там, не знаю, я отвечаю своим образом. Каждый из нас отвечает своим образом. Жизнь приносит всякое нам всегда, и мы вот в этой нашей экзистенциальной ситуации, мы сейчас рассматриваем ситуацию войны, но опять же можем шире посмотреть, как весь буддизм аж говорит. Старость, болезнь, смерть. Это вне зависимости от того, в каких условиях мы живем. В самых распрекрасных, в любой стране, в любой, хоть во дворце, хоть где угодно. Вот это всегда с нами. Так какой мой ответ на это? Какой мой ответ на потери, любые потери? Что я воплощаю в своей жизни? Вот что важно. Многие из нас жили в Советском Союзе, ну или уже выходцы из него в любом случае. Вот этот весь этот советский народ в едином порыве. Все были какими-то заложниками этого режима также. И любой там репрессивный режим, если мы так на него посмотрим, вот люди там оказались. И... Ну, не знаю, если вот, вот так вот всех, вот так вот, это вы все такие. Это ничему не помогает, мне кажется. Только вызывает больше чувство вины, чувство раздавленности, чувство бессилия. Поэтому ответственность может быть только личная, я считаю. Катерина, скажите, пожалуйста.
Хорошо. Я хотела добавить, Валерий, к тому, что вы сказали, относительно, ну, вины и ответственности. Есть известная работа Карла Ясперса, философа немецкого, вроде бы, по происхождению. Нет, он сам не еврей, у него жена еврейка. И он во время, ну, нацистской Германии, ему пришлось очень сильно уйти, скажем так, из какой-то общественной жизни, чтобы не подвергать опасности свою жену, в том числе. И после Второй мировой войны он написал ну, такую небольшую работу о виновности немецкого народа, где он ну, вот, расписал все вот эти вот понятия вины и ответственности. И там есть фраза, когда он пишет, что да, немецкий народ, конечно, виновен в том, что там Гитлер и нацисты пришли к власти. Но в какой-то момент нацисты настолько захватили власть, что даже те, кто там, может быть, их и было какое-то достаточное количество, но в определенный момент все, кто был против этой власти, они оказались как заключенные в тюрьме. И я скажу, что ну, это немного неправильно требовать от заключенных в тюрьме, чтобы они взбунтовались против своих надзирателей и ну, победили их. В какой-то момент просто эти люди нуждались в помощи извне, чтобы они были освобождены. Вот. Ну, как бы, это, конечно, ну, как бы я просто говорю о том, что, да, действительно, мы оказываемся в ситуациях, когда мы бы и хотели что-то сделать, но, к сожалению, мы не можем. Ну, вот, как я уже говорила, и как Валерий, спасибо вам большое, что говорите про ценности, это очень важно, действительно, я считаю, и очень нужно, ну, потому что, ну, например, я склонна к таким вещам, я склонна вот глобализировать, и вот раз я не могу, значит, все, ну, типа, значит, все пропало. А очень важно, мне кажется, напоминать себе, что, ну, не пропало, надо просто делать то, что можешь, там, где ты оказался. Вот. Спасибо. Спасибо, Катерина. Настя отвечает, какой мой ответ на это? Чтобы задать этот вопрос себе, нужно же признать, что меня это касается. От моего имени громко сказано, но это о том, чтобы признать, стать в точку, что меня это касается. Мне нужно дать ответ. Да, это так. Ну вот, собственно, это и есть. Ну, я об этом же тоже говорю. Меня это касается, это как раз, как, кстати, по поводу наших с вами сейчас исследований, тактильный канал. Да, меня это касается, или я этого касаюсь, что меня касается. Но, опять же, ответственность я могу только сам взять. Никто мне не может ее дать. И невозможно, она не может быть общей. Ответ — это ответ индивидуума, ответ — это человека. Ну, я так считаю. Тогда да, мне нужно осознать, где я, что для меня важно, что для меня ценно, и какой ответ я дам на этот вызов жизни. Тут эта тема вот с этой групповой ответственностью, так называемой, ну, мне кажется, она очень как раз, если можем посмотреть на нее вот через нашу буддийскую призму, то чем там, я часто говорю, о чем, в принципе, буддизм говорит, о чем дзен очень много говорит, о недоверии обобщениям. Ну, в том смысле, что это очень хороший механизм для нас, для общения, для коммуникации, но в нем есть очень-очень большая ловушка, которая приводит как раз ко многим катастрофам, когда люди обобщают опыт. Вот. Мой всегдашний пример с чашками. Там две чашки, очень разные. Все это мы называем чашкой. Можем сказать, люди, вот граждане Российской Федерации, это все единое. Вот все они одинаковые. Но чашки разные, люди разные. И здесь, ну, я считаю, что любая война, любой геноцид, любые социальные большие потрясения, они происходят из этого. Группа, объединяясь,
находит единство сама в себя. Это очень помогает выживанию. Но в этот же момент всегда оказывается кто-то за пределами группы. И это большая проблема. Потому что из этого начинается конфликт, начинается война потом между социальными группами, между народами. И любой геноцид, вот он происходит из этого, что вы все, там, вы все евреи, вы все украинцы, вы все как угодно. Вы одинаковы. Мы попробуем вас переделать. Если он переделать не удается, мы вас убиваем, просто уничтожаем. Потому что вы такие, как вы есть, как вы не можете существовать рядом с нами. И, ну вот, собственно, это все приводит к большим трагедиям, большим бедам. А вот это свойство сознания, я так считаю. И также здесь же, в это же свойство сознания входит вот эта наша конформность. Ну, то есть, чтобы адаптироваться, чтобы, опять же, выжить, нужно чувствовать себя своим вот там, где-то, в своей группе принадлежности там. Соответственно, соглашаться с тем, что происходит. И противопоставить себя группе очень сложно бывает с людям. Поэтому и все эти механизмы включаются. Либо отвернуться, ну, как бы не смотреть в эту сторону, спрятаться. Либо активно соглашаться, утверждать это, подтверждать. А мы все правильно делаем. Мы все, вот мы были вынуждены. Вот мы напали на Украину, потому что нас вынудили. Мы вообще тут с Западом боремся, а не с украинцами. То есть эти истории, они очень хорошо пишутся в головах, обычно объясняя как-то людям. То есть потому что нужно уложить все, нужно уложить, иначе с ума сойдешь. Ну, иначе совесть начнет как-то там разъедать человека. Поэтому пойти против групповой вот этой динамики очень сложно. Ну, в смысле, чтобы противопоставить себе этой группе. Это доступно очень немногим людям, в принципе. Мы сейчас там смотрим на ситуацию там вот в Беларуси, в России, не знаю, где-нибудь еще в Иране, ну, в каких-то вот странах с такими репрессивными режимами. Мы видим, что, ну, как люди соглашаются, люди говорят, да, этому как бы. Так всегда было. Просто поставьте себя на это место. Люди свободных стран. Поставьте себя на место. Ну, как бы это... Опять же, я говорю, что вот в Советском Союзе... Я вырос в Советском Союзе. Но я был советский человек. Я, ну, мальчик, понятно, еще там... Это осознание себя, какой-то нон-конформизм, как это называется, неконформизм, это очень сложная задача. Это тоже должны быть какие-то склонности к этому. Не все на это способны. И, ну вот, опять я еще раз вернусь к нашему сообществу. Мне очень важно, что здесь собираются нон-конформисты. Мы все. Потому что если мы можем сюда приходить, вот здесь украинцы и русские встречаться, грузины, израильтяне, очень разные-разные народы, белорусы, молдаване, казахи. Значит, мы уже как бы выходим за пределы каких-то, может быть, своих групповых идентичностей для того, чтобы встретиться как-то уникальным образом, видя нашу уникальность и создавая свое уникальное пространство. Вот. В общем, опять же, возвращаясь к себе, имею в виду, что к нашей индивидуальной практике, каждому мы здесь
приходим сюда, чтобы практиковать с собой, чтобы делать что-то с собой, в первую очередь, идти своим путем, исследовать свой путь, выстраивать его, то, опять же, беря с собой какие-то инструменты, которые предлагают там буддийское учение, дзен, я предлагаю внимательнее относиться к обобщениям, категориям. Они опасны. Просто они включаются в нас естественным образом, сами они, это встроено в нас. Категоризация. Вот даже слово такое, быть категоричным. Когда вот так и все, и это обобщение. Мы обрубаем всю уникальность, обрубаем всю индивидуальность, обрубаем всю шероховатость, это всю структуру какую-то вот индивидуальную этого существования. Ну и также это, как я уже сказал, ведет ко многим просто бедам. Поэтому, в общем, мой такой призыв аккуратнее обращаться с обобщениями. Встречаться уникальностью нашей. Окей, давайте, наверное, сегодня завершим. Я прочитаю, что мы написали после медитации и потом. Александра. Лежит камушек ровнёхонько посреди живота, а другой на сердце. Не вздохнуть. Алексей. С эстрады через микрофон искусству маленьких шагов учил заокеанский коуч. Реальных целей череда вас приведут к успеху. А на другом краю земли спокойно клятву бодхисаттвы шептал под деревом буддист. Клянусь пройти до конца путь бесконечный и необъятный объять. Нет, не руками, сердцем. Благодарю за практику. Елка. Сегодня клянусь без сомнений, пробуя невозможное на вкус. Полынь и лимонник. Долгое послевкусие сказанных слов. Без привкуса страха. Я написал, вкус горя, вкус печали перемешивается со вкусом неба, со вкусом горького чая, со вкусом теплой встречи, со вкусом признательности, благодарности, со вкусом таковости жизни, с единым вкусом, растворенным во всем. Инна. Лаванды вкус смешался с вкусом лайма. Клубника с голубикой, говорит. Разлилось море летом. В нем плескаюсь с улыбкой сквозь слезы. Темень лет. Левиафан проснулся, угрожая, сжирает все живое на пути. Его уста полны кровавой пены. Соль сыпется, съедая все вовне. Мой тихий рацион наполнен грустью. Порой беспомощность витает над столом, но тонкий аромат свободной скорби напоминает мне, что я живу. Таня написала. Вдыхаю, выдыхаю. Вдыхаю аромат кофе, погружаясь в истории, связанные с кофе, с местами, где я начинала или продолжала свой день, с разными вкусами кофе, с разными людьми рядом со мной. Сливочный насыщенный вкус венского кофе и рук моего друга. Это мои руки были. Горький, почти невыносимый вкус и вид на австрийские горы. Мой улыбающийся муж, мой маленький сын, играющий со снегом в разгар лета. Мир перед апокалипсисом. Ароматный пенистый кофе в бирюзовой чашке в кафе. Улыбка. Чирали. Теплое убежище для моего тела и обливающегося кровью сердца. Погода сегодня дождливая и хреновая. Все мысли об Украине, моем дорогом Киеве, Кривом Роге, Днепре. В каждом городе у меня есть дорогие мне люди. Вот почему так сложно придерживаться современных, сейчасных вкусов. Так я начинаю с самого начала. Вдыхаю, выдыхаю, пробую кофе в холодной квартире в Оксфорде. Пока мой маленький сын уютно устроился у меня на руках, между горем, горечью и нежностью.
Благодарность на вкус, как кофе. Мой старый друг, который поддерживал меня на протяжении всей моей жизни. Благодарю вас за практику, дорогие бодхисаттвы. Мария, это жизнь или смерть? Ранит так метко. Ранит что? Бегаю внутри, не узнаю. Болит то место, где, помню, было сердце. Сижу тут. Мзиона. Дорогие любимые, обнимаю вас, сопереживаю и сочувствую вам. С моими друзьями все время медитирую на мир и посылаем целительной энергии сердец в места войны. Пусть возродятся все жизни и вся страна. Пусть наступит эпоха пробужденных людей. Лиза. Тепло солнечного луча. Вкус абрикосов в тарелке, запах цветов в вазе. Ощущаю здесь сейчас. За тонкой гранью телеграм-канала. Окровавленные бинты среди осколков. Мама двух приемных детей не увидит их 6 лет. Нет больше ни солнца, ни абрикосов. Так где я на самом деле? Лара. Каждый раз, выходя на камеру, и даже каждый раз просто заходя сюда, я ловлю и выдыхаю мысль, что это может быть основанием подвергнуть меня какому-то преследованию. Если эти эфиры кто-то подсматривает, записывает. Да, я испытываю страх, как фоновое чувство. Сижу тут, как эхо на слова Марии. Ну что, можем выглянуть в окошке. Спасибо за встречу. Спасибо, что смогли как-то разместить всех нас, друг друга, все наши истории. Будем двигаться дальше. Счастливо.